have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, это Void Bastards. Или Void Bastards. Там, по-моему, нету S в конце первого слова. Ладно. Нам тут показали переработку и детали, которые мы можем переработать. Ну, я пока этого не буду делать, потому что я не знаю, где мне еще понадобится та деталь. Возможно, и нет. И компьютер мне такой говорит, да, чувак, забей, просто переработай. Но, так, ладно. Тихо стреляет этими шипами и не тревожит врагов. Следующее улучшение — шипомет. А какой у него урон? Ладно, поехали. Звездная карта. Я подумал вот о чем. Мы можем... То есть... Торговые автоматы, большой запас кислорода, турели и шпики отключены. Но нам сюда вроде как не надо, что ли. А с другой стороны, отсюда мы можем попасть и сюда, и сюда. По идее. То есть оно же наклонено вперед. Поэтому давайте... А, так мы просто дополнительное топливо потратим. Торговые автоматы. А так мы попадем сюда. И потом можно попасть на скорую помощь или... черт, я даже не знаю. Ладно, давайте слетаем сюда. У нас сколько топлива? 10 прыжков. Поехали. Да, отсюда мы можем... генопут. Мир словно растягивается и сжимается, когда сквозь вас проходит генопут. Все кажется иным, вы изменились и вовсе никак после 6 банок Winbro. Неужто подобное случилось со всеми свихнувшимися гражданами? Потеряно. Гурман, получено навигатор. Опа! Здравствуйте! Это было какое-то что-то прикольное. Продолжить. Гурман, у меня раньше отображалась еда на карте. Навигатор видит скрытые пути на звездной карте. Ой, вот это круто! Вот это реально круто. Причем, если мы пойдем на скорую... А нам, в принципе, сюда надо попасть. Стрелочка нам показывает сюда. Значит, пойдемте сюда. Тут у нас парочка уборщиков, а на скорой у нас будет мало вертухаев. Так, еда, все материалы, лиходей, шокер, стимулятор. Да, поехали сюда. Нам надо. Нам на дом. Войти, войти. Так, что мы можем взять с собой? Мины, гвоздодер. Давайте я возьму пистолет, хотя я не знаю. Вот этот, он стреляет по 6. У меня их 25, они очень быстро закончатся. Я не уверен, что уборщик это тот персонаж, на которого хочу так тратиться. Несколько уборщиков. Давайте я возьму живодер. Мы его так и не пробовали, кстати. Поехали. Тут все сейчас путем научного тыка. Воздух у нас прямо здесь будет. Выброс мусора. Сюда можно будет заманить этих. Так, нам надо попасть на мостик, каюты. Я не уверен, что хочу стол, в смысле столовая, ССП. Стимулятор. Цель — включить питание. Оу, он обесточен. Генератор здесь. То есть придется пойти вот так, чтобы добраться до гена. Ну, поехали. Черт, я сразу в масло вляпался. Это очень плохо. Да, ну мне туда. Блин, это просто отвратительно. Тут турель? Нет, это не турель. Стоп, а перед тем, как... Может... А, нет, питание, все очки. Я думал, может, я заберу, чтобы хотя бы турели не повылазили, потому что они могут.
Так, мусор. Куча лутецкого. Геник. Где он? Вот он. Есть, питание подано. Что у меня с воздухом? С воздухом еще нормально. А, блин, он кашляет. А, нужно электричество. Положите монету, шлак 1. Нужно био. Ладно, потом разберемся с этим. Да, оно все позакрывалось. Давайте я вот здесь сейчас по-быренькому возьму. Надеюсь, там не будет турели. Пожалуйста, чтобы там не было турели. Тут стимулы были. Хорошо. Все, тут мы все лутанули. Мусоросжигатель, это мы с вами потом еще зайдем, глянем. Генераторные мы были, тут уже ничего нету. Вот это тут скамеечка, конечно. Уборщик. Я не уверен, что я хочу его тревожить сейчас. Так, что у меня с кислородом? Надо смотреть за кислородом внимательно. Охрана отключена, кстати. Пойдем в столовку. Я пока что не вижу смысла прятаться от них. Пока у меня есть возможность их убивать. Блин, в столовке прям много всего, это хорошо. Да, иди ты. Ай, она в меня попала. Может, потом где-нибудь получится подлечиться? Палец? Нет. Заряд, прикольно. Я потихонечку теряю здоровье, это не очень хорошо. Спасибо, понял. Кислород половина. Черт. Надо больше и лучше уворачиваться, я это понимаю, но... Надеюсь, я их всех перебью. Сейчас, блин, всех. Четыре патрона осталось? Вы серьезно? Черт, а вот это уже сейчас стало плохо. Надо торопиться. Открой. Турель. Турель отключена. Кислород. Блин, надо смотреть за всем. Так, тумбочка. Я не уверен, что я хочу здесь все облутывать. Ну ладно. В этой каюте еще что-то есть. Так. Мне нужно в мусорник. Это правильно? Да, в мусорник. Там можно что-то сделать. Я не знаю, правда, возможно, этого и не стоило делать.
Так, мне сюда. Кислород заканчивается, но думаю, я успею убраться отсюда. Стоп. А, вот выход, блин, я тупо мимо него пробежал. А, я все забрал? Прибывший гражданин, о, здравствуйте. Да, все, нафиг, возвращаемся. Перфокарты, о, глаза, батарейки, топливо одно. Но я одно сюда потратил, прилетел, и одно забрал. Палец, бутеры, хорошо, кстати. Еды на 8 дней. Круто. Фух. Хорошо. Пойдем на верстак. Могу сделать шокер. Оглушает цель, очень эффективен против механизмов. Щелкните и создайте. Блин. Да. WCG rewards proactive work. I'm making a note for your parole hearing. Я запишу вас на слушание об освобождении. Круто. А, что у меня? 4 пули осталось, да? У меня есть шипы. Ну, то есть, да, в следующий раз у меня уже не получится взять несколько уборщиков. Подбитая куртка. Терапия дает новые черты. Пули, шок-заряды, шлак. А тут у нас что? Создание для большого дыродела. У граждан есть стимулы, где-то лежит топливо. Медпульт восстанавливает ОЗ, шипы, био. Блин. Я не знаю, куда мне пойти, на скорую или сюда. Заодно, если я пойду на скорую, я смогу пойти сюда потом, восстановить себе здоровье. И потом я смогу телепортнуться, куда мне надо. Куча и несколько. Оу. Мне сюда нельзя. Если я пойду сюда, мне потом только сюда. А так, нет, давайте. Так. Так, отдыхать я, наверное, не буду. Поехали. На скорую. Но, в принципе, потом сюда надо будет попасть. Я могу напрямую сейчас туда попасть, но я пойду. Мне интересно, что будет. Так, устройство. Это шипомет. Давайте вот это. И живодера. Я попробую взрывать этих ребят. Их там мало, по идее. По идее. Патронов у меня все равно нету. Тихо стреляет ядовитыми шипами. Не тревожит врагов. Щелкните, чтобы... Давайте я вот так сделаю. Я не уверен, насколько это хорошая идея. Но давайте рискнем. Сейчас меня тут и убьют. Так, хорошо. У граждан есть стимулы. Угу. Тут у нас геник. Ну, как обычно, на мостик, блин, дофига идти. Продолжим закрыть. Пойдем. Это у нас дыродел, это шипомет. Это шокер. Дыродел стреляет с крепками. Шипомет дротиками. Все, понял. Черт, мне страшно. Вот эти здоровые ребята, я их уже не люблю. Они мне один раз попались. Да, мне пришлось выкинуть его в космос. Да чтоб тебя кашляет, блин. Топливо, здравствуйте. Я понимаю, что надо бегать, нужно побыстрее, все дела, но я не хочу бегать. Я буду вот честен с вами, я не хочу тут бегать. Он, кстати, там отсек с кислородом был. Масло. Вот там что-то запертое. Монета, шлак, хорошо. Тут, чтобы открыть... Блин, тут нужны стимулы. 25! А-а-а. Сопло собрано. Я не уверен, что это того стоило. Ну, так, ладно. Тут еще что есть собрать, нет? Нет, тут уже все. Нет радиации, тошноты. Я не уверен, что носиться это всегда самый лучший вариант. Потому что...
Здравствуйте. О, так. Вы это слышите? До свидания. Ему пофиг на это. Черт. Может, потравить его чем-то немножечко? Твою за ногу, их тут несколько. А-а-а. Я не уверен, что я хочу с этим связываться. Тут хилка есть, да? Так, очки здоровья максимальные, отлично. Да возьми уже. Это то, что нам нужно было. О, там можно было что-то еще взять. Черт, черт, черт. Я прям слышу, как он топает. А! Да, он прямо здесь. Ай! Вот это попадало его. Фух. Я не с тем оружием хожу, пофиг. Блин, те ребята меня тут убьют. Я, по идее, взял то, что мне нужно было. Блин, я даже до мостика не добрался. Ну, пофиг, потому что мне кажется, что эти ребята меня просто тут убьют, если я сейчас задержусь. Я взял топливо, взял инжектор, сопла. Я не знаю, насколько мне это нужно. Уф. Я не могу с ними справиться, они слишком сильные. Я не люблю такую тему. Блин, я полностью восстановил здоровье, и мне больше, ну, как бы не больше, меньше половины здоровья, но все равно уже сняли. А-а-а, жестоко. Звездная карта. Куда я хочу? Я хочу восстановить... Да, я хочу восстановиться теперь. Ускорение. Пофиг, потрачу, потому что мне нужно 130 очков здоровья. Блин! Почему не полностью? Польза 400-600 очков здоровья. А, ну мне хорошо, хорошо, мне полностью восстановили, извините. Я что-то немножечко психанул. Так, здесь у нас много и несколько, здесь у нас куча и несколько. На судне стимулы. Карта гражданина. Вот, мне сюда, это точно. Нам в любом случае нужна будет карта гражданина, поэтому поехали. Ускорение. С чем я пойду? Войти, войти, да. А, патронов у меня все равно нет. Я возьму вот это, возьму вот это, возьму вот это, не знаю зачем. Хотя, возможно, знаю зачем. Блин, ну тут прошлый кораблик был прям жесткий, зараза. Отдых. Варит бодрящий чай. Круто. Воздух. Восстанавливает питание. А у нас питание... Отключает систему охраны. Отключает. А, ну это, наверное... Блин, я же не взял себе стимулов. У меня их вообще сейчас не осталось. Это печально. Окей. Мне нравится, как эта штука работает. Ладно, можно было третью не тратить. Стоп, тут что-то... А, это открыть за 25. Блин, это много. Малолетка побежал.
шокер, мне не надо шокер. До свидания, чувак. Я вот думаю, что возможно тратить на них это оружие, это ошибка. Потому что, ну, они лопаются с первого раза. Чертов кашель. Он меня пугает этим кашлем гораздо больше, чем, наверное, стоило бы. У меня не хватит сейчас стимулов, да, на это? 10 надо. Круто. Мне не хватит. Бам. Пойдемте поищем, может я где-то найду стимулы на корабле, на что я очень надеюсь. То есть, ну... Да чтоб тебя! Оно все там по центру. Так. Тут у нас турелька. Зачем я это держу в руках? Не знаю. Есть. Эту штуку я закоротил. Блин, чертово масло. Турель. Да-да-да. Блин, эта штука очень настырная. Да-да-да. Все, валим отсюда. Там что-то можно возле нее взять, что ли? Или мне кажется? Так, все, ясно. Я, кстати, возможно, это зря делаю. Так, воздух. Воздуху мне туда. О! Здравствуй. Что-то тебя подразнесло, парниша. Заперто. Открыть. О, это можно взять. Спасибо. Заодно испытаем на них. А, ну их добивает. Просто травит потихонечку. О, нет, Дань! Это вообще не дает никакой возможности рыпнуться никуда. А, 25 стимулов, ага, два раза. Питание включено, окей. Я здесь взял уже все, что мне надо. По сути, осталась комната отдыха. А, на мостике я был, стимулы я не могу взять ниоткуда. Блин, задело.
Ой! Да, еще... Нет! Нет! Черт, нет, 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 нет! Я почти выбрался оттуда, я просто пожадничал. Steve cleared for return to voice. P45 filed. Далее. OH&S violations have resulted in a premature end-of-life situation. WCG client care package. Иногда роняет переносимый утиль. Вот! Стоп, стоп, стоп. Живодер, оптика, топливо, пули. Да-да-да, принять, я понимаю. Я там собрал то, что мне надо? Мне засчитают или нет? Поздравляем, да-да-да. С какого места я начну? Feel free to use a little scrubbing with bleach should remove the blood stains. Не говорите мне, что все сначала. Нет, я же был уже на этом корабле. Черт! Топливо на два прыжка, все то же самое, только. Я просто не выбрался оттуда, да? Так, здесь этих мало, мало. Так. Что мне показал, что мне показало сейчас, вот что мне показал мой провал сейчас, то, что это игра рогалик. Почему-то у меня было в голове, что я смогу продолжить играть с того же места, но это игра рогалик. Теперь для меня это стало немножечко более понятно, более очевидно. То есть мы получаем все предыдущие предметы, но при этом начинаем играть заново. Окей. Тогда. Особо было обидно, что эту штуку уже получил, а просто не выбрался. Меня эти штуки взорвали. Ладно. Тогда, давайте, что мы сейчас сделаем, ребят. Если это рогалик, то, по сути, прохождение этой игры практически бесконечно, и реиграбельность этой игры просто велика и огромна. Поэтому... Пока что мы с вами закончим на этом. Возможно, на какое-то время вместо Void Bastards будет сейчас выходить какой-то другой проект. И к Void Bastards мы вернемся через некоторое время уже за второго персонажа и попробуем сделать еще один заход, потому что, по-моему, так будет интереснее, так будет... атмосферней, что ли. Поэтому, да, пока что тогда мы с этой игрушкой заканчиваем, мы с ней не прощаемся, мы просто делаем паузу и продолжим тогда уже через какое-то время. А пока что, ребятушки, увидимся в других проектах, в других играх. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек и всем покеда!